Всем ку, с вами Никот. Короче, сегодня я научу вас делать мемные 3D анимации в стиле мачки посла на телефоне. Для этого нужно скачать Prisma 3D. После того, как скачали ее, вам нужно скачать ES-проводник по ссылке в описании, и после скачивания, писать в поиске, к примеру, дверь 3D модели, заходить на этот сайт, нажать на нужную дверь, и нажать скачать. Дальше мы заходим в ES-проводник. Download, разгрузки, там вот видим, DurZip, ну типа там будет что-то другое, zip, ну вот DurZip, потом еще распаковать в, и вот так вот окей нажимаем, типа все оно там распаковывается, пуки-пуки, вот, видим вот такой вот, вот это вот, нажимаем вот сюда, и все, мы все сделали. Дальше заходим в Prisma 3D. Хороший исчез, там, типа, ну, это же, ну, модно, хайпом. Нажимаем на импорт. Там вам нужно будет выбрать, вот сюда, типа, вашу внутреннюю память. Не обращайте внимания, это, так, ну. И ищем вкладку Download. Вот, Download. Ну, собственно, в этой папки мы ищем door, ну любое все, что вы скачаете, нажимаем на FBX, вот загрузка начинается проекта, все, мы загрузили дверь. Дальше что делать? Мы загрузили дверь, что с ней делать? Как? Дверь, вот видите, она отэтывается, блин, а что делать? На самом деле все легко, нажимаем на вот эту вот штуку и вот так вот выбираем поочередно, типа вот, чтобы соединить все вместе. В общем, теперь мы можем ее. Так. Такое бывает. Теперь мне нужно понять, что произошло. Нет! Уменьшить размер двери, делаем вот так вот. Ага, вот, типа вот, все, дверь уменьшилась. Дальше нажимаем моделинг, вылезает анимейшн. И мы типа просто, ну допустим, дверь крутится, да. Делаем так, чтобы было длинно, можете не длинно, но типа, чтобы вышло минут на... Не знаю, секунд на... Короче, для того, чтобы анимировать, то нужно, вот, допустим, крутилку включить, вот эту вот, вот так вот, крутить дверь, вот, крутим дверь, да, ага, крутим, все, мы прокрутили, нажимаем вот сюда, вот, остается один вопрос, а как же нам сделать камеру и фон задний? Ну, тут все легко, в принципе, дальше идет, все очень легко, все, дальше добавляем вот так вот камеру и второй раз камеру, все, теперь у нас есть камеры, вот, jump in, все, и выбираем цвет, ну, я по своей старой привычке под цвет канала выберу вот это вот, и типа все, настраиваем, как будет у нас камера стоять, можем даже анимировать камеру саму. Также возвращаемся к нулю, где ноль. А вот все. И вот также типа камеру анимировать, типа там. И все, типа готово. Камера анимирована, дверь крутится, все замечательно. Мы с вами освоили монтаж отлично. Ладно, но я это уберу, я хочу, не знаю, на YouTube выложу эту дверь, почему бы и нет, вот так вот поставлю ее, и все, и хватит этого. И после этого нажимаем, сохранить проект на всякий случай, можно, типа, все равно сохранить, да, все, и рендер, и дальше, тут мы выбираем, чтобы было получше качество, заместо 30 ставим 60, а frame rate, и выбираем типа до скольки хотите, чтобы видео шло, типа сколько кадров вы пометили, вот столько и убирать, типа вот 100, до 107 можете, вот здесь вот 170, типа вот, и зарендерим. Сейчас будет рендериться, ждем, пока будет рендериться. Типа
Вот он результат у вас на глазах. Кстати, какая-то фиговинка тут болтается что-то. Короче, все, изи. Анимация готова в стиле Мачки Пасма. Просто нужно будет дальше вот так вот взять и выбрать программу, в которой вы будете монтировать. Типа я в KidMaster'е, не знаю, там в Капкуте, в чем хотите, монтируйте, я в KidMaster'е. Все, и готово, типа добавляется там музыку, сами уже дальше сами разберетесь. Вот, все, анимация готова, всем спасибо за просмотр, все, пока.